В Евпатории построят клуб на 200 человек. Об этом сообщил глава республики на совещании с евпаторийскими чиновниками. По словам Сергея Аксенова, строительство модульного клуба должно быть включено в план строительства 2019 года. На встрече также обсуждались вопросы выполненных поручений. С момента последнего визита главы в микрорайон прошло 2 месяца. Местные власти исправили некоторые проблемы, но многие вопросы остались еще нерешенными. Один из таких – ввод в эксплуатацию детских, дошкольных и школьных учреждений. На встрече также обсуждались вопросы реконструкции объектов инфраструктуры, строительства аптечных пунктов и развития улично-дорожной сети, на которую, кстати, не хватило 13 миллионов рублей. Вопрос простой, Сергей Васильевич, или вы подошли бы ко мне, я бы уже вам эти 13 миллионов давным-давно, вот в феврале бы подошли, вы их в феврале бы получили, 13 миллионов, я просто хочу по-русски сказать. То есть в данном случае, мало того, есть источники, я знаю, то есть как бы, где эти деньги получить. Либо это должен был сделать Андрей Владимирович, но элементарно. Или вы сходите, 4 месяца переговоры между собой ведете. Я говорю, все, я вам дам на этой неделе 13 миллионов эти. Ну, надо было ждать 4 месяца.